Всем привет! У нас опять встреча по сетевым протоколам в Linux. Вот. И как вы могли заметить по названию лекции, а по совету капитана Очевидность, мы попробуем сегодня поговорить про транспортный уровень. Хотя я тут в плане, когда планировал лекцию, случайно наступил на одну такую интересную фишку, вот, и немножко в ней залип. Так что помимо транспортного уровня мы еще немножко потыкаем и в предыдущий, в сетевой. Ну, как пойдет. С другой стороны, я этого ничего не пробовал, но, впрочем, мне еще и интересно. Но прежде чем во что-то тыкать, давайте вспомним всю эту нашу дихотомию с прошлого, с первой лекции, относительно транспортного уровня. На транспортном уровне у нас есть две цели, это две решаемые задачи, но поскольку эти задачи мы же сами придумали, не знаю, зачем здесь написаны цели и задачи, мне кажется, это то и то задача. Цель — это что мы хотим достичь, а задача — это как мы собираемся это решить. Да, тогда это цель. Итак, две цели. Цель первая и главная. Мы хотим договориться о том, надо или не надо соблюдать цельность передаваемых данных. И что мы имеем в виду под надежностью связи. Вот. Часто это нужно, бывает, что и не нужно. В общем, по-всякому. Чем это отличается от задач, решаемых на сетевом уровне? На сетевом уровне мы обеспечили возможность передачи данных. Вот. Но никак не оговорили, передаются они в действительности, эти данные, или нет. И, в общем, ничего не рассказали про то, что случится, если данных много, то есть пакетов в составе некоторого, значит, акта передачи данных много, и некоторые из них потерялись, попортились, удвоились, утроились. Вот ничего этого на сетевом уровне, разумеется, мы не разбирали. Мы смотрели просто про то, как передавать пакеты отдельно. В случае транспортного уровня мы решаем задачу управления потоками данных. Да? То есть мы теперь говорим, что это не просто пакеты, а пакеты от одного какого-то акта передачи данных, он же поток. И вот первая задача — это обеспечить этому потоку надежность и цельность. То есть, вернее так, цель такая. Да? Вторая задача, и вернее вторая цель — это в случае, если потоков больше одного, то как-то ими манипулировать, ну, например, отличать один от другого, вот, или же адаптировать характеристики этого потока под реальное состояние всего пути, всего транспортного пути от отправителя к получателю и обратно. Да? То есть, например, как-то реагировать на ситуацию, когда отправитель считает, что интернет хороший, годный, широкий, и начинает офигачить несколько тысяч пакетов в секунду, а получатель получает там по одному пакету в секунду. Куда остальные эти тысячи деваются, совершенно непонятно. Не будут же они висеть в интернете и ждать. Вот. Итак, цельность, надежность потоков. Первая наша цель. Развлечение самих потоков и адаптация, управление ими. Другая цель. Значит, какие на этом уровне решаются задачи? Как обычно, даже дихотомия идет дальше. Во-первых, мы должны убедиться в том, что то, что мы передали, это есть то, что мы приняли. Вот. То есть, ну, реально спросить у получателя: ты там проверил, это то, что тебе нужно. Вот. Соответственно, для того, чтобы убедиться, что то, что принято, это то, что передано, нужно там, на том конце, собрать обратно все в один акт передачи данных и проверить, это он или нет. Или не нужно собирать, если те данные, которые мы передаем, влезли в один пакет. Ну, тогда вот собирать нечего. Вот. Вторая задача, которая решается на одном из этих уровней, это управление самим процессом передачи. То есть, смотрите, мы хотим передать данные, а абонент не абонент. Ну, в смысле, вообще его нету. Мы IP-адрес попутали. А мы передаем. Хорошо это или плохо? Ну, иногда хорошо, иногда плохо. В случае, если у нас два абонента собираются передавать друг другу данные, ну, точнее, я собираюсь передавать друг другу данные какому-то абоненту удаленному, то, наверное, это плохо, что его нету. Вот. И по-хорошему надо бы
сначала проверить, что абонент абонент, что он доступен, дождаться ответа, типа алло, он отвечает алло, мы говорим о, меня слышно, и начинаем передавать ему данные. Вот, либо всего этого не нужно, потому что мы вообще посылаем один пакет, все туда влезает, и, соответственно, какой смысл проверять, дошел пакет или нет? Один. Ну, в общем, на каждый один пакет дошедший при этом будет по одному, минимум по одному ответу. Да? Можно не проверять. Если поток у нас длинный, мы должны также проверять, насколько все, что мы передали, было принято. Например, это уже вариант реализации, есть и другие варианты. Но, например, мы можем требовать подтверждения того, что пакет из потока номер такой-то, пакет номер такой-то из потока принят и принят безошибочно. Получив такое подтверждение, мы будем знать, так, это мы передали, можно передавать дальше. И опять-таки, это все нужно только в случае, если у нас поток данных длинный, а если все влезает в один пакет, ничего это не нужно. Вот. Ну и, наконец, последнее, что по части управления может от нас потребоваться, это как раз измерение толщины вот этого виртуального канала. Да, о том, чего я говорил, когда, значит, у нас, скажем, отправитель сначала пытается валить огромное количество пакетов, да, наваливать в интернет, а получатель, соответственно, получить их все не может и должен как-то отбрехиваться, так ты постой, постой, красавица моя. Вот. Опять-таки, когда поток большой, это имеет смысл, если один пакет, это не имеет смысла. Таким образом, у нас получается довольно интересная, на простейшем уровне вот рассмотрения, довольно интересная дихотомия, которая, собственно, в такой форме и родилась когда-то давно на транспортном уровне. У нас фактически получается два пакета, два протокола. В одном есть все из того, что мы хотим по части управления, по части порядка, по части подтверждения, по части контроля состояния и так далее. Потому что этот поток длинный. Этот транспорт... Этот сеанс передачи данных длинный. А на другой стороне у нас есть один пакет, который имеет особое название датаграмма. Датаграмма – это сообщение, которое все в себе содержит, все, что нужно. То есть вот один акт передачи, один раз передаем данные, и за этот один раз мы передаем все. Вот это датаграмма. То есть это пакет, который содержит в себе всю нужную информацию, всю нужную метаинформацию, все одним кусочком. Вот. Так что если не пытаться хотеть чего-то более хитрого и странного, у нас фактически разделение на либо настоящий полноценный поток со всеми плюшками, порядок, подтверждение, установление соединения, контроль состояния. Либо датаграмма без единой плюшки, потому что она из одного пакета состоит. Вот. Поскольку у нас есть еще одна цель, это различать эти потоки управления, то есть сами потоки, не управления, просто потоки, различать их, да? То есть ситуация, когда у нас с одного и того же клиента, вот с этого, например, на один и тот же сервер, вот на этот, например, да, уходит сразу несколько подключений, потому что мы, например, смотрим, тут у нас картинки нету, но может и быть картинка, да, мы смотрим на... Ну вот, например, в предыдущей лекции картинки были, да? Соответственно, вот когда мы смотрим вот эту веб-страничку, в действительности мы в параллель запускаем сразу несколько соединений от нашего клиента к ихнему серверу, который скачивает сам HTML, отдельно скачивает картинки, вполне возможно делать это параллельно. И так у нас есть 4-5 потоков данных одновременных с клиента на сервер. Вот. И с точки зрения IP они вообще одинаковые. Один и тот же клиент, один и тот же сервер, один и тот же сервис. Вот эти потоки надо как-то разделять. Такая задача. И эта задача, тут я немножко свалил в одну кучу общую постановку задачи и решение ее в стеке протоколов TCP/IP. Эта задача на уровне TCP/IP решается очень просто. Мы для транспортного уровня придумываем новую абстракцию, которая называется порт. Что такое порт?
Тут надо было побольше написать, но вот, я надеюсь, что многие из здесь присутствующих знают. И это прям еще одно число, вдобавок к IP-адресу, достаточно произвольное, хотя есть некоторая договоренность о том, какие порты пускай будут, для чего предназначены. Вот, некоторое число, которое позволяет идентифицировать наш транспортный акт передачи данных, уникально идентифицировать. Как он выглядит, этот идентификатор? Адрес отправителя айпишник, адрес получателя айпишник. Обратите внимание, что наша хваленая независимость уровней в очередной раз протекла, вот, потому что мы в качестве идентификатора транспортного уровня внезапно используем адреса IP, вот. Между ними есть разница, но я не думаю, что мы успеем в это углубиться. Хотя, черт его знает, мы же НАТ будем проходить. Вот в НАТе посмотрим, насколько это одно и то же. Вот, то есть внезапно используем в качестве идентификатора транспортного уровня кусочек идентификатора уровня сетевого. Но вдобавок к этому мы еще добавляем два числа к этому идентификатору сеанса, идентификатору потока, точнее, сеанса. Это неправильно, потому что это путает с моделью ISO-OSI, где есть сеансовый уровень, там их 7, да. Ну, короче, идентификатор потока данных состоит из четырех чисел, помимо адреса есть еще порт отправителя и порт получателя. Порт получателя – это понятно, что такое. Порт получателя – это, грубо говоря, сервис, который мы хотим. И существует достаточно много, так, я сейчас попробую новое введение, сейчас. Так, новые введения. Так, как они работают? Работают очень хорошо. Значит, вот у нас есть наш сеанс, мы его из него сейчас будем все запускать. А это закроем. Закроем. Во, сейчас. Отлично. О, отлично, шикарно. Вот у меня есть два теперь сеанса, их можно переименовывать. Сейчас только их надо поменять местами. Можно поменять. Да ладно, пофигу. Короче, вот, значит, даже не так, вот так. Сез. Во, значит, организация по стандартизации интернета, которая ИАНА, вот, время от времени раскошеливается. В принципе, это все не очень обязательно, но время от времени как бы расчехляется и выдает жесткие привязки некоторых портов к некоторым сервисам. Вот файл etc services в Linux как раз содержит эти жесткие привязки на 2004 год. Да. Ну, в общем, видимо, с тех пор идея для каждого сервиса выдавать отдельный порт как-то отжила себя, видимо. Хотя я видел более свежие версии, эти самые ETC services. Давайте посмотрим, может быть, это просто в Linux так. Да вот last updated 2022 год. 144 страницы. Видимо, в Linux решили этим не париться на всякий случай. Хотя, конечно, интересно почему-то. Надо будет выяснить этот вопрос. Вот, то есть я ошибся. Регистрация продолжается в полный рост. Ну ладно. А, понятно. Там еще и СЦТП появился. Там появился еще один порт. Еще один протокол. Про этот протокол мы еще несколько протоколов. Ну, мы про это еще поговорим. Тогда понятно, почему она, этот файл развивается. Короче, забудем пока про это. Итак, вот есть некоторый список портов, за которыми предположительно нас ожидает соответствующий сервис. Ну, мы же с вами знаем там порт 80, это HTTP, порт 443. Это HTTP с поддержкой SSL, вот, какой-нибудь 22-й порт, да,
22-й порт, 22-й, я сказал. Вот, это Secure Shell, 23-й Telnet. Ну, короче, какие-то из этих портов действительно работают. Там 25-й это SMTP, просто 25-й, я сказал, да, да, 20. То есть посылка почты, ну, вот что-то в этом духе. Вот. На самом деле этот файл всего лишь позволяет нам называть порты по именам, вот, потому что в действительности, как мы будем говорить на следующей или через одну лекцию, привязка конкретного порта к конкретному сервису, это в общем, дело операционной системы. Вы можете все по-другому сделать, правда, ну, если вы запустите веб-сервис, ну, например, на 4444 порту, то вам еще надо будет всем рассказать, куда, собственно, коннектиться. Вот. Тут сокращенец замечает, что есть, например, такая штука, как GDB-сервер, к которому можно коннектиться и отлаживать, и он тоже на каком-то порту, значит, работает. Я сильно подозреваю, что GDB в этой страничке отсутствует. Вот. Жалко, тут поиска нету. Ща. GDB. Да, вот. Почему так? Да дело в том, что на самом деле критично прибитыми являются только первые 1024 порта, а все остальные можно использовать по собственному усмотрению, что, собственно, большинство приложений и делает. Да? Невозможно перечислить все прикладные сервисы в одном файле. Вот. Возвращаемся к нашим баранам. Итак, идея состоит в том, что в действительности к нашему идентификатору... Это не наши бараны, вот наши бараны. К нашему идентификатору, наш идентификатор потока данных, это 4 числа. Вот. Порт отправителя, адрес отправителя, порт получателя, адрес получателя. Тут мы должны принять еще одно решение. Оно достаточно очевидное, но после его принятия кое-какие алгоритмы обмена данными становятся, ну, слегка непрозрачными. Это очевидное решение состоит в том, что когда мы говорим о потоке данных, у нас всегда есть тот, кто этот поток инициирует, и тот, кто этот поток получает. То есть отправитель и получатель, клиент и сервер. Для того, чтобы вообще какое-то обмен данными на уровне транспортном начал работать, вам нужно, чтобы на сервере было запущено специальное приложение, которое слушает listen на соответствующем порту сетевые подключения. То есть функционирование в этом случае клиента и сервера очень сильно отличаются. Сервер, сервис, должен запустить listener, который бы соответствующие подключения на соответствующем порту слушал, вот, а клиент к этому порту подключается, получает свои услуги и отключается. Вот. Такие вот дела. Значит, первый и главный пока что на сегодняшний день инструмент транспорта наших пакетов — это TCP, который так называется, потому что он Transmission Control Protocol, только Control, конечно. Transmission Control Protocol. Вот. Не знаю, почему не используется номер 0 порт. Может быть, он зарезервирован для отсутствия порта, например. Наверняка же есть какие-то логики, в которых вместо номера порта надо передать что-то, не соответствующее номеру порта. Вот там пускай будет 0. Transmission Control Protocol, как мы уже договорились в теоретической части, совсем теоретической, да, в части бла-бла, он обладает всеми теми свойствами, которые нужны для развлечения управления потоками и обеспечения их цельности и надежности. Первое что? Двусторонние соединения. В случае установления подключения TCP на самом деле организуется сразу два потока данных. От инициатора, то бишь, грубо говоря, от клиента к серверу, и в обратную сторону.
Это двустороннее соединение, значит, там два потока, они в обе стороны работают. Вот мы сейчас это посмотрим. И, соответственно, так именно так к этому надо относиться. То есть довольно много данных тратится на одно TCP-соединение. Это довольно много с точки зрения однократного соединения, довольно мало. А с точки зрения миллионократного соединения выясняется, что довольно много. Да вот я даже думаю, может быть, сразу запустить виртуалбоксик. Виртуалбоксик сразу запустить. Да, давайте запустим сразу виртуалбоксик. Вот, отклонируем наш машин, назовем его SRV. Вот, сейчас я думаю, наверное, нам нужно сразу будет сделать роутер. Да, что мы здесь сделаем? Включим внутреннюю сеть интернет. Внешнюю сеть пускай живет. Дадим ему консольку 2321. Отлично. Теперь сделаем сразу маршрутизатор, чтобы можно было посмотреть, как на двух концах работает TCP. Склонируем прямо отсюда. Поменяем ему консольку на, скажем, 2322. И добавим маршрутизатору еще одну сеточку, она нам понадобится. Нам за ней будет клиент, который этот маршрутизатор будет маршрутизировать, натив и всякие такие. Вот. Значит, зигзаг пакет просматривается TCP-дампом. Wireshark из консоли работает хуже, чем TCP-дамп. Значит, как мне кажется, хотя могу ошибаться. Да, мы запустим сейчас сервер наш и запустим роутер. Значит, зачем я городил вот эту вот красивую картинку? Эту красивую картинку я городил вот зачем. Нет. Вот это у нас SRV наш. Мы даже менять имя не будем ему. Так, моде C. Да. А здесь мы сейчас запишем into. Вот еще один. А этот будет называться у нас роутер. Давай. 23-22. Моде C. Вот здесь мы его переименуем, потому что это роутер. Ну ладно тебе. Во! Значит, что мы сделаем сейчас? Нам нужно запустить специальную утилиту, которая называется netcat, которая, собственно... ну у нас там какой-нибудь SHD запустим. Сейчас. Давайте посмотрим. Netlist. Ну хорошо. Netstat минус LTP. О, смотрите, у нас на этих машинах по умолчанию на сервере такая же картина. Вот, у нас на этих машинах по умолчанию запущен сервер с SHD, который служит на 22-м порту. Это значит, что подключение с одной машины на другой, на 22-й порт, по любому адресу, видите, он служит на любом IP-адресе, будет работать. Нам сейчас не важно, что мы не можем засыхаться. Кстати, можем, тут кто-то просил сделать, я все равно сделаю netcat. Просить сделать беспарольный SSH рутом, я сделал. Ну, естественно, внутрь этой виртуалки. А, значит,
Давайте мы не будем, все-таки я передумал, давайте мы сделаем netcat. А, нет, сначала настроим, господи, прости, да. У нас есть ETH1, IP AADR, это можно было AA сказать, AA, dev ETH1, 10.1.1.1/24. Да, IP link set ETH1 up. Так, теперь здесь, на роутере. IP AA dev ETH1 10.1.1.2/24 IP link set ETH1 AV. Попингаем. Пинг 10.1.1.1. Пинг работает. Вот. Теперь, значит, сначала запускаем просто сеанс. Netcat. Netcat. Минус L. Раз, два, три, четыре. Что сейчас произошло? Давайте посмотрим. Сейчас. Вот. У нас теперь на порту 1, 2, 3, 4 слушает, то есть принимает сетевые подключения программы Netcat. Вот она там себе принимает. Сейчас мы что-нибудь, или даже вот так сделаем. Сейчас мы друг с другом поговорим с помощью Netcat. Netcat 10.1.1.1, порт 1, 2, 3, 4. Чё? Сдох. Ну хорошо, тогда сделаем с консольки. Значит, тут история такая. Netcat плохо относится вот к этому терминалу. Черт, обидно. Ну и ладно, значит, давайте тогда отсюда запустим. Главное, специально сделал табит окружения, но забыл потестить, что не работает хорошо робот. Ну ладно. Это не помешает нам работать. Значит, на сервере запускаем netcat. Минус listen. Раз, два, три, четыре. Бац. Проверяем. Вот он. Слушает. На клиенте подсоединяемся. Netcat. 10.1.1.1, порт 1, 2, 3, 4. Подсоединились. Что сейчас происходит? Это у нас клиент, это у нас сервер. Да? Давайте мы друг с другом поговорим. Вот, значит, идея стоит в том, что мы установили TCP-подключение между двумя машинами, смотрим, как волшебно они там разговаривают. Давайте теперь запустим на, ну, например, сервере TCP-Dump. Минус и ETH1. И посмотрим, как это подключение устанавливается. Вот мы, значит, запустили Listener. Вот мы сейчас подключимся к серверу. И уже в момент установления подключения будет происходить вот это самое three-way handshake, трехуровневое рукопожатие. Вот. Что сейчас произошло? Смотрите. Устанавливается, ну там ARP, устанавливается подключение с хоста 10.1.1.2, хост, порт отправителя случайный 34.5.90 на 10.1.1, порт получателя 1.2.3.4, как мы его и просили. Флаг SYN. SYN — это первый шаг установления соединения с сервером. Мы говорим, открываем соединение. Фактически сервер должен ответить нам двумя пакетами, но может ответить одним, он должен нам ответить двумя флагами. Он должен сказать, что он А, согласен на установление подключения с нами, то есть прислать на этот SYN соответствующий acknowledged, да? Б, установить свое собственное подключение,
уже от себя к нам, напоминаю, TCP двунаправленный протокол. Да? Соответственно, он может послать два таких пакета, он может попробовать запихать это все в один пакет, но вот в данном случае мы видим их два. Вот это ответ, вот это ответ на вот этот син. Он говорит, смотри, на твой син отвечаю ак. А вот это установление обратного, встречного, второго направления подключения, которое тоже выглядит как син. А именно, мы говорим, сервер 1.1.1 с порта 1.2.3.4 в ответ на это подключение делает симметричное подключение обратно на порт 3.4.5.9.0. Вот. И он тоже хочет син. Вот. Ну, еще какой-то пейлод там. Да, он еще что-то нам переслал. Окей, говорит наш сервер. Ты хочешь со мной подключение? Вот тебе на него ак. Син ак, син ак. Раз, два, три пакета. Вот это и есть то самое трехуровневое рукопожатие. Третий пакет от клиента. Клиент должен подтверждение на вот этот син прислать. Конечно, все правильно говорите. Клиент запрос на сервер. Сервер запрос на клиент. Там, наверное, где-то... Во, я соврал. Он одновременно... То есть я не соврал, я правильно сказал. Он одновременно... Ответил аком. Спасибо, сокращенец. Еще раз. Клиент. Запрос на сервер. Син. Сервер. Двойное назначение. Во-первых, ответ клиенту ак. Вот он. Спасибо. Да-да-да. Сервер послал один пакет с двумя флагами. Все правильно. Во-первых, двойное назначение. Во-первых, ответ клиенту ак. Во-вторых, свой собственный син. Клиент. Ответ на этот син. Ак. Давайте попробуем чуть-чуть побольше сделать вербозити, чтобы посмотреть, сейчас посмотрим, будет ли это работать, чтобы посмотреть одну такую сущность интересную, которая в TCP называется sequential number. Давайте посмотрим, она тут видна или не видна. Не видна, значит, надо еще сделать больше. Давайте VV тогда попробуем. Ну, вдруг все-таки какое-то будет. Ну-ка. Не, нету. А как же это сделать тогда? Ща, погодите. О! Минус-минус absolute sequence numbers. О! Минусы большое. Спасибо, дорогая. Ну-ка, пробуем. За. Это был фин. Это был фин. Ну ладно, потом посмотрим на фин. Давайте еще раз. Запускаем сервер. Запускаем клиент. Смотрим на установление соединения. Во! Вот теперь должно быть видно. Значит, в установлении TCP соединения участвует пятый параметр, так называемый sequential number. Sequential number, sequen в литературе, это инструмент одновременно контроля последовательности передаваемой информации и ее объема. То есть мы можем за один присест, во-первых, упорядочить потоки данных, пакеты внутри потока данных, а во-вторых, проверить, что они все пришли. Вот. И делается это очень просто. Вот смотрите, вот у нас есть поток с CQN 3, 2, 3, 2, бла-бла-бла. Это от 1.2 к 1.1. Встречный поток от 1.1 к 1.2, 2, 8, 1, 6. Да? Теперь давайте мы начнем обмен. Ну, допустим, я забыл, что такое флаг P. Payload. Значит, наконец-то дошла речь о передаче хоть каких-то разумных данных. И обратите внимание на то, как изменился sequential number. Он был 3, 2, 3, 2, 2, 2, 1. А теперь он говорит, мы передаем в этом потоке байтики с 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2 по 3, 2, 3, 2, 2, 7. То есть, собственно...
сколько там было? 4 байта. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, видимо, там еще какая-то описалова к нему. Перевод строки, я думаю. Вот. А, может быть, 7 не включая. То есть 5 байтов. Да, с переводом строки. Вот. Ок, ак, говорит, подтверждаю, говорит мне этот самый сервер, подтверждаю получение этого, вот этого конкретно, этой конкретно посылки. Давай теперь со стороны сервера что-нибудь напишем. Со стороны сервера пишем. Я вангую, что это будет диапазон шириной в 7. Теперь сервер. Сервер говорит, а я по своему каналу, который 2860, бла-бла-бла, посылаю payload, видите, флажок P. Вот, посылаю payload, этот payload будет длиной от 36 до 43, ну минус 1, да, там как раз и есть. Вот, а мы отвечаем, окей, подтверждаю получение вот такой вот штуки, да. То есть, sequential number – это одновременно и номер последовательности, но этот номер последовательности увеличивается на количество переданных данных. Вот в этом случае мы можем совершенно гарантированно одновременно несколько потоков иметь, потому что один поток с одного клиента на один сервер будет отличаться аж в двух местах. У них будет случайный sequential number в начале, и, разумеется, порт отправителя будет другой. Видите, предыдущий порт отправителя был 34592, а здесь 34594. Они выбираются, ну, условно, случайным образом, эти порты отправителя. Соответственно, два подключения с одного и того же клиента на один и тот же сервер будут отличаться как минимум портом отправителя, но и, скорее всего, с очень высокой вероятностью у них будет sequential number очень разный. Вот. Тут сокращенец заметил то, чего не заметил я. Добрый TCP-дам даже написал, какая длина пакета вот этого пейлоуда length 5. Спасибо большое, так что мое вангование оказалось верным, но, как это сказать, сродни вангованию капитана очевидность, а здесь был length 7, собственно, как и было сказано. Вот, если мы сейчас закроем соединение, то есть вот где-то кому-то из этих неткатов скажем Ctrl-D, произойдет закрытие соединения, то есть сервера обменяются пакетами в рамках TCP соединения с флажком fin, дескать, я все, причем в обе стороны. Сначала тот, кто закрыл соединение, скажет, я все, потом тот, кто соединение это все еще держит, скажет, я тоже все, и на этом они договорятся. То есть вот я сейчас скажу Ctrl-D, Ctrl вот здесь вот. Во, вот они, значит, тот, на котором я сказал Ctrl-D, это был сервер. Посылает fin. Говорит, fin. Ну и акт на предыдущее соединение, разумеется. Клиент говорит, окей, вот тебе акт на твой fin, и вот тебе мой fin. Финал. Окей, говорит сервер, вот тебе акт на твой fin. Вот тоже три, значит, этих самых, три пакета для завершения. Каждый обмен данных – это передача данных и ак к нему, да, старт и финиш – это три пакета, значит, син, синак, ак, да, и здесь тоже фин, финак, ак. Такие дела. Что мы имеем с гусем? Давайте мы тормознем все это пока что. Что мы имеем с гусем? Мы с гусем имеем достаточно замороченную картину, которая в очень многих... А почему у меня нет ссылки на TCP в Википедии? Это как-то интересно даже. В очень многих ситуациях выглядит как такая диаграмма в виде туда-сюда, туда-сюда. Ну, покажите мне диаграмму туда-сюда. Во! Диаграмма туда-сюда, туда-сюда. Смотрите. Вот. Это диаграмма финалайза, да? Окончание разговора. Фин, финак, ак. Ну, и такая же син, синак, ак в начале. Значит, смотрите, Егор и сокращенец ведут тут у нас в чатике спор, что означает, что люди отвлекаются от того, что я рассказываю, относительно того, если клиент посылает фин, обязан ли сервер завершиться и не слушать порт. Это не имеет отношения к протоколу транспортного уровня TCP.
это имеет отношение к функционированию протокола прикладного уровня. Вот как написано в прикладном уровне, так и будет себя вести сервер. Это конкретное TCP-соединение по фину закрывается. А вот как вы напишете сервер и как у вас специфицировано в прикладном протоколе, так и будет работать. Например, NETCAT прекращает свою работу после того, как соединение закрыто. Большинство сервисов, которые работают в постоянном режиме, мало того, что не прекращают свою работу, они еще умеют принимать одновременно много-много соединений. Но про это мы будем говорить уже при разговоре на уровне приложений. Так что ответ сокращенца слишком частный и не до конца правильный. На самом деле осталось много нерешенных проблем, которые надо бы решить. Значит, какие проблемы решены? Последовательность и цельность трафика в случае его неповрежденности и недублированности поддерживается. Всегда можно посчитать. Например, смотрите, как выяснить, что мы не получили пакет. Мы получаем следующий пакет, и его CQN слишком большой, размер пакета, скажем, 7, а CQN отстоит, скажем, на 20. Что это значит? Значит, мы пропустили еще один пакет размером 13. Или мы получаем два пакета, а у них одинаковый CQN. Что это значит? Пакеты где-то сдублировались. Так что всегда вот на этом уровне можно отследить, что поток у нас как-то нарушился. Обратите внимание на то, что пакеты могут приходить в неправильном порядке. Понимаете, да, у нас интернеты большие. Из прошлого с вами разговора нашего мы помним, что каждый следующий пакет совершенно не обязан идти тем же самым маршрутом, что и предыдущий. Более того, довольно часто бывает, что вы начинаете поливать ваш сервер пакетами, и умный маршрутизационный софт говорит: о, тут такой мощный трафик, сейчас я его побыстрее направлю, чтобы он быстрее закончился. И некоторые более новые пакеты могут обогнать некоторые более старые. Понимаете? Что при этом делает сервер? Ну, вообще говоря, пока, значит, не придумали то, о чем сейчас хочу рассказать, пока не придумали слайдинг виндоу, сервер, получая пакеты не из потока, с какими-то неправильными номерами, просто их тупо дропает, да еще, может быть, ошибку возвращает. Но это, конечно, не совсем хорошая идея, потому что правильная идея попытаться как-то все-таки больше одного пакета, не делать син-ак, да? Ну, не син, а этот самый payload, ак, пэй, ак. А как-то попытаться, значит, увеличить количество одновременно посылаемой информации. Для этого придумали протокол, который называется sliding middle protocol, протокол скользящего окна. И выглядит он примерно так, опять не вижу картинки, но, видимо, картинку я вам покажу другую. Выглядит он примерно так, что мы сначала посылаем один пакет и говорим нашему клиенту, нашему серверу, ну, короче, той стороне, я посылаю один пакет. Получаем подтверждение, один пакет прошел хорошо. Мы говорим: о, тогда я посылаю два пакета. И с той стороны сервер заготавливает место для двух пакетов сразу и ловит эти два пакета, неважно в каком уже порядке. И на каждый из них посылает подтверждение. Мы ловим эти подтверждения, там все хорошо, мы говорим: о, тогда сразу 4 пакета посылаю. И сервер с той стороны заготавливает 4 слота под пакеты, получает их в произвольном порядке, отсылает нам ответ в произвольном порядке, подтверждение того, что они получены. Как только мы получили, ну и так дальше, до тех пор, пока кто-нибудь из этих двоих скажет: слушайте, у меня больше места нету, вот 10, значит 10, больше нельзя. Вот, сейчас произойдет сеанс такой довольно адовой черной магии, который состоит в том, что я запущу демонстрационную картинку, как работает Sliding Window протокол, написанную на флеше. Возможно, не все здесь присутствующих вообще помнят, что был такой флеш, а он был. Вот. Это, кстати, очень неплохой асиметровый проект по питончику, написать нормальную демку не на флеше. Этих демок у меня две, потому что они обе неполноценные. Я сегодня потратил все утро, чтобы попытаться их запустить где-нибудь в интернетах, но не нашел ни одного места, которое их нормально показывает. Поэтому я расчехлил
античный флешплеер, и этим флешплеером буду сейчас флешплеить. Твич. Во. Нет, это слишком хорошая программа. Предыдущая. Во. Значит, что мы имеем на картинке? На картинке мы имеем, сейчас я ее сделаю побольше. Значит, что у нас имеется? Сверху имеются данные, которые надо передать. Я только что предложил сокращенец, вот только что, несколько секунд назад. Спрашивают, почему эту демку не предложили как проект на Питоне. Вот только что я предложил. Регистрация проектов на Питоне продлена до следующей среды, если что. Так вот, сверху данные, которые надо передать. Снизу место, которое надо получить. Вот. Сервер говорит, я не могу получать больше пакетов, чем 10 за раз. Клиент говорит, ну я пока тебе один пошлю, посмотрим, какое качество канала. Бымс, пошел один пакет. Бымс. Съехало окно, мы пришли, пришел один ответ. Ответ был успешный. Поскольку ответ был успешный, окошко увеличилось, превратилось в 2. Вот. Поскольку 2 ответа были успешных, вот это аки приезжают. Окошко увеличилось, превратилось в 8. Вот. Это пошли аки. Сейчас мы получим 8-й ак. И увеличим окошко аж до 10, а больше не будем, потому что сервер, то есть не сервер, а другая сторона, напоминаю, у нас двунаправленное соединение, это половина нашего TCP-соединения в одну сторону. Окошко больше 10 не увеличилось, потому что с той стороны сервер сказал, я больше 10 не могу. Что мы в данный момент имеем? Мы в данный момент имеем управление потоком по количеству одновременно передаваемых данных и по объему занимаемой памяти. Обратите внимание на то, что поначалу передача данных идет довольно медленно, потому что мы дожидаемся всех аков от всего окна. Но чем больше у нас пакетов payload в окне, тем быстрее идет передача данных. Потому что нам, во-первых, не нужно дожидаться после каждого передачи пакета, не нужно дожидаться ака, видите, быстрее пошла. Вот. А во-вторых, эти аки могут приходить в произвольном порядке, сейчас мы это увидим. Вот. Что в этой демке отсутствует? В этой демке отсутствует возможность обработки всяких неприятных ситуаций, как то, потеря пакетов, потеря подтверждений, такое тоже бывает, или порча, и удвоение пакетов. Ну, с удвоениями я не видел примеров, а вот с потерями пакетов вот этот пример. Я очень надеюсь, что вам сейчас все будет видно, потому что он фуллскринутый. Здесь у нас не будет автоматического изменения размера окна в этом примере, но зато будет обработка ошибок. Ну, давайте сначала посмотрим, как это работает. Вот у нас окно сразу размера 4, вот пошли аки. Тынц, 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 тынц. Окно, при каждом аке окно сдвигается. Окно размера 4. Вот пошли аки. Неинтересно. Давайте установим процент ошибок. Ну, скажем, в 10. То есть у нас 10% пакетов будут падать. Сокращенец спрашивает, почему сервер не дожидается приема всех аков. Сервер дожидается приема ака от самого младшего пакета в окне. Давайте-ка это еще раз увидим, чтобы было понятно. Вот смотрите. Окно не двигается. Он сейчас примет подтверждение от А и сдвинет окно. Как только приходит подтверждение от младшего пакета, окно сдвигается и можно пересылать следующее. Видите? Вот. То есть, если бы размер окна был единичный, мы бы дожидались приема всех аков. Когда размер окна более чем единичный, мы дожидаемся приема самого младшего ака. Это дает нам право сдвинуть окно и передавать следующий пакет. Мы сейчас это увидим, когда будет разборка с некачественным окружением. Здесь пакет лосс, speed 3, поехали. Все хорошо. Опять все хорошо.
Где 10% packet loss? Вот, потерялся пакет F. Окно застряло. Случился ретрансмит пакета E. Через тайм-аут, поскольку мы не получили подтверждение про пакет F, пошел еще один пакет F. Окно сдвинулось. Там тем временем пришел пакет E, у которого не было тайм-аута. Вот. К сожалению, тут какая-то бага. Их целая куча приходит. А такого раньше не было. Видимо, логика флешплеера, вот их должен быть один на самом деле. Она испортилась, даже флешплеер уже плохо это проигрывает. Вот. Но общая идея примерно понятна. Давайте еще раз это посмотрим. Давайте сделаем еще помедленнее. Вот пошли пакеты. Надо было, может быть, больше пакет-лосс сделать. Тут все хорошо. Принялся А, передали Е, принялся Б, ну и так дальше. Ну теряйся уже. Не теряется. Давайте больше сделаем. Просто если сделать очень много, будет полная каша, и ничего не поймем. О, потерялось подтверждение от Б. Я вангую, что до тех пор, пока по тайм-ауту... Тут есть интересная фишка. Потерялось подтверждение от Б, но подтверждение от С-то пришло. А поскольку пришло подтверждение С, это значит, что подтверждение от Б мы тоже отсылали, но иначе бы он не отослал подтверждение. Пришло подтверждение от К, все передвинули. Хе, зараза. Вот. Значит, давайте я попробую объяснить еще раз эту логику, как работает слайдинг Windows в нечеткой среде. Вот. На пальцах. Потому что там есть несколько пунктов, и я, к сожалению, это не написал в плане. Итак, первое. Мы ловим все аки. Не так. Мы получаем все пакеты. Если мы получили пакет номер n, мы отсылаем к нему от него ак. Если мы не получили пакет номер n, мы получаем все пакеты из окна, но аки на них не отсылаем. Я не присылаю подтверждение о том, что я получил пакет номер n плюс 2, потому что я еще не получил пакет n плюс 1. Это значит, что если произошла какая-то ерунда на стороне приемника и пакет не получен, то до тех пор, пока он не будет получен, окно не сдвинется. И не будут присланы подтверждения. Если же прошел тайм-аут, и через этот тайм-аут мы еще раз говорим: так, ну, я не получил подтверждение того, что пакет номер n плюс 1 получен. Вот тебе еще раз пакет номер n плюс 1. После того, как пакет номер n плюс 1 получен, мы отсылаем все аки. И как бы окно сдвигается далеко. Такая же история. Да-да-да, именно так. Значит, мы отсылаем вообще все аки, но... Ну, давайте еще раз посмотрим. Да. Так. Значит, вот так, вот так, вот так. Побольше сделаем packet loss. Скорость поменьше. Поехали. Все хорошо. Опять все хорошо. 20%. Рандом какой-то неприятный у них. Ну и? Нет, я не понял. Я... Во. Смотрите. Вот сейчас. Почему у нас потерянный ак оказался неинтересным? Потому что мы прислали еще вот этот ак, вот этот и вот этот. Сервер отрепортовал, что он получил весь поток аж до пакета L. Тот факт, что мы не получили акт на I, ничего не значит. Давайте попробуем еще раз, попробуем отловить ситуацию, когда это не так. Блин, 20% пакет. Вот. Тынц. О! Что произошло? Мы не получили пакет E, не получили пакет F. Окно не сдвинулось, аки не пришли. Потому что мы еще не получили пакет E. Там еще от D, видимо, что-то пропало. Ну, давайте. Получили от D. Ждем.
Что мы ждем? Мы не получили ни одного из этих аков, потому что на получателе у нас окно зависло вот здесь. Ни один. Нам приходится делать полный ретрансмит. E, F, G и, видимо, H сейчас пойдет тоже. Что сейчас произойдет? Мы получим E, получим F, не получим G. Соответственно, отошлем аки от E и F, как полученные. Поток дошел до сюда. А вот здесь и здесь не отошлем. Бум. Вот. Тут какая-то бага, ну... Флэш — это античная технология, но логика опять же ясна. Несмотря на то, что мы уже два раза получили пакет H, ак от него мы не отсылаем, потому что до этого места поток еще не дошел. Сейчас будет целый тайм-аут. Да блин, ну сколько... Будет целый тайм-аут. И еще один тайм-аут, потому что предыдущий же не дошел. Во, я думаю, что этот же дойдет. Когда этот же дойдет, поскольку H и уже получено, мы сдвинем окно вот до сюда. Смотрите, G дошел. Вжух, окно сдвинулось. Сейчас опять все залипнет, потому что мы не получили пакет J. Несмотря на то, что KLM мы получим. До тех пор, пока мы не получим J, видите, аки на KLM не возвращаются. Окно не передвинулось. Ну, получи уже свой J. Поскольку прошел целый тайм-аут, пересыльщик не знает о том, что именно не получено отправителем, и присылает все 4. Отправителю нужен только J, и получив этот J, он сейчас будет выдавать пачку аков. Смотрите. Вжух! Он говорит, да я все получил, 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 говорит он. Я уже целый M получил. Вот такие дела. Да, да, совершенно справедливо. Вот Юрий правильно совершенно говорит, что на каждый полученный пакет мы должны отдавать ак от того, от конца потока. Да, совершенно правильно. Собственно, так и происходит. Это не бага, это именно такой алгоритм. Мы говорим, я уже все это получил, давай дальше. Вот. Ну, собственно, вот. Бум. Что сейчас будет? Сейчас будем висеть на пакете Q, потому что он от него не получен. Давай, 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 давай. Прошел тайм-аут. Прошел тайм-аут от Q. Прошел тайм-аут от Q, посылаем еще раз. Вот я сейчас вангую, этот Q придет, и все, у нас можно фин делать. Бабах. На всякий случай переслал ак от S. Все, комплит. Вот. Короче говоря, алгоритм не самый простой. Как совершенно правильно говорит Юрий, мы не должны на каждый пакет посылать аки. Мы должны посылать аки на текущий конец окна. Мы это уже получили. Получив ак на текущий конец окна, сервер, ну то есть передающий, говорит, о, так ты уже вот это получил, сейчас буду дальше передавать. Очень удобно, когда вместо тайм-аута посылающая сторона говорит, у меня тут лажа, где мой пакет номер столько-то. То есть вместо тайм-аута просылается ошибка о получении. Тогда можно целый тайм-аут не ждать, а ретрансмитить этот пакет еще раз. Вот. Примерно так все это и работает. Есть несколько статей на эту тему. Вот есть статья такого известного сетевика по кличке Лохматый Мамонт, вот, который примерно тоже, вот смотрите, тынц, тынц, это без окна, это с окном. Вот. Вот есть цитата из цисковского курса на студопедии копипаста. Вот. Ну, в общем, вот. Тут у нас в чатике продолжается спор. Все правильно говорит Дмитрий. У нас ак каждый приходит тогда, когда приходит соответствующий пакет. Соответственно, не 4 ака одновременно от демо пересылаем, а получив пакет А, пытаемся отослать ак от А, но если мы получили пакет Б, С и Д, а А не получили, а потом получим пакет А, то на каждый полученный пакет Б, С и Д, да, мы отошлем ак от Д. Именно так. Вот. Все правильно. Значит, в общем, если кто вызовется это написать, я буду очень благодарен, потому что флеш это, конечно, адский ад. Если D придет раньше A,
то до тех пор, пока не придет А, Д не пришлет своего АКа. А когда А придет, Д пришлет столько АКов, сколько пакетов получило. Причем АКов на Д, конечно. Вот. Ну, собственно, картинку мы видели. Значит, этот супер простой и очень как бы остроумный алгоритм sliding window протокол вкупе с понятием sequential number решает сразу много задач транспортного уровня, фактически все, да, и управление потоком advertised window. Значит, мы тут не видели, к сожалению, не видели ситуации, поскольку для этого надо было скрестить два примера, не видели ситуации, когда при получении, при любой ошибке, при получении ошибочного, ну, уведомления об ошибке, окно складывается. То есть трансмиттер, как только понимает, что он попал в агрессивную среду, и, например, у него пошли тайм-ауты или пошли ошибки, он сбрасывает размер окна до нулевого. То есть достаточно пропустить один пакет, не принять его, не прислать АК. Достаточно, чтобы на отправителе приняли решение о том, что пакет надо ретрансмитить, чтобы размер окна сбросился до единицы. Не нулевого, до единицы. Таким образом, мы расширяем окно до тех пор, пока можем, или пока может приемник, или до тех пор, пока не получается так, что окно у нас настолько здоровое, что в нем почти наверняка возникнет ошибка, не дойдет один пакет. Если окно настолько здоровое, что в нем почти наверняка не доходит один пакет, оно снова слапывается до единички. Вот такой вот отрицательная обратная связь, такая саморегуляция. Вот, значит, на самом деле эта саморегуляция, как мы сейчас видели, приводит к на агрессивной среде к посылке довольно большого количества дополнительных, хотя и очень маленьких пакетов. Аки, ретрансмиты, вот это все. Более того, очень долгие годы практиковалась такая штука, как защита от, как это правильно сказать, от забивания канала с помощью выбрасывания пакетов из этого канала. Поскольку sliding window имеет свойство перезапускаться с единицы при потере пакета, что делали маршрутизаторы, у которых слишком много пакетов, слишком много TCP-соединений? Они брали произвольные TCP-соединения, выбрасывали оттуда один пакет. И тем самым окно на передающей стороне схлопывалось до единицы. И объем передаваемых данных уменьшался в несколько раз. Но это такая, в общем, управление потоком для бедных, конечно, да, что-нибудь съесть, чтобы похудеть, да, выбросить пакеты, заставить сервер посылать еще больше пакетов, чтобы заставить сервер посылать еще меньше пакетов. Понимаете, да? Для того, чтобы текущий объем передаваемых данных, объем стал меньше, надо выбросить один кусочек, тогда общий объем передаваемых данных станет больше, потому что будет ретрансмит. Но зато этот ретрансмит будет в рамках одного маленького окна. Такой вот странный эффект. Соответственно, на полностью загруженных сетях вся эта ерунда работала довольно неэффективно, именно потому, что приходилось как раз держать огромное количество ретрансмитов, выдерживать, каждый раз, значит, сбрасывать размеры окон, чтобы вообще через тебя проходило все. Ну, в общем, такое. Вот. Что можно предоставить в качестве замены вот этому, вот этой отрицательной обратной связи и алгоритму передать больше пакетов, чтобы передавать меньше пакетов? Есть протокол такой, называется Early Cognition Notification, ECN. Давайте посмотрим. Вот он. Congestion, конечно. Early Congestion Notification. Этот протокол, кажется, изначально разработали для IPv6, но не помню, врать не буду. Вот. На IPv4 он тоже работает. И идея его состоит в том, что... Ой, тут в чатике прям уже завернулась бурная дискуссия. Эти люди уже не с нами.
Идея ECN состоит в том, что ваш маршрутизатор начинает понимать, что сейчас будет полный затык, потому что его каналы забились, и посылает тому, кто забивает канал сильнее всех, специальный ECN пакет со словами: вот сейчас у тебя все будет плохо, давай сам там сокращай свой объем передач. Чем это лучше, чем управление через TCP? Тем, что это один пакет. Чем это сложнее, чем управление через TCP? Нужна поддержка ECN с обеих сторон. Причем даже не с обеих сторон, а на всем пути передачи этого самого потока данных. Вот. Довольно удобная штука. Понятное дело, что во всяких нагруженных сетях практикуется сплошь и рядом. Вот. Идея, повторюсь, состоит в том, чтобы заранее, early, уведомлять генератор, генерирующего трафик, о том, что его трафик слишком большой и скоро произойдет затык. Вот. ECN. Что при этом происходит, когда мы посылаем не TCP-соединение, а просто UDP? Происходит датаграмма. Вот. Так, он умеет вообще в UDP-то или не умеет? Возможно, не умеет. Ща. Ну и умеет он в UDP, умеет. Значит, обратите внимание на то, что... А, минус лу забыл, да. Вот, обратите внимание на то, что на самом деле понятие подключения в UDP не существует. Вот этот мой неткат, он сейчас, по идее, должен отловить ровно один пакет и остынуть. Хотя, может быть, он умеет их ловить несколько. Но если он будет ловить их несколько, это как раз такая вот история, что это свойство не UDP, а работа самого нетката, свойство приложения. Ну, давайте попробуем. Минус U, 1, 2, 3, 4. Вот, значит, обратите внимание, что я здесь нажал Ctrl-C, вроде бы как остановил подключение, но поскольку никакого подключения не было, а была просто ловля по одной датаграмме, разумеется, об этом этот неткат не узнал, его надо тоже останавливать. Давайте посмотрим, как это выглядит в real life. Вот мы, значит, давайте запустим, где у нас тут роутер. Давайте запустим TCP-дамп. TCP-дамп минус и etash 1. Вот. И посмотрим, как происходит у нас обмен пакетами. Да? Посылаем одно UDP-сообщение. Одно UDP-сообщение длиной 9 было послано. Все. Больше ничего. Никакого понятия подключения, никакого понятия ответки, ничего. Мы просто ловим датаграммы. Сидим на попе ровно и ловим датаграммы на порту 1, 2, 3, 4. При этом вся остальная практика транспортная, она прям налицо. Вот, пожалуйста, вам адрес отправителя, порт отправителя случайный. Вот вам, пожалуйста, адрес получателя, порт получателя 1, 2, 3, 4, как мы и хотели. Вот вам и UDP. Теперь, значит, асимметричная тому, о чем мы сейчас говорили, тема называется Network Address Translation. Network Address Translation – это такой способ издевательства над IP-адресами, когда в них меняется адрес отправителя, или когда в IP-пакете меняется адрес отправителя или адрес получателя. Причем он меняется сначала в одну сторону, а потом обратно. Зачем это нужно? 100-500 различных способов, случаев, ситуаций, идей, когда можно применять этот самый не тот адрес translation. Нас интересует ровно одна, ну две на самом деле. Сейчас мы их попробуем по-быстрому изобразить на этом самом, на эмуляторе, чтобы успеть, а потом я объясню. Так, только назовем его клиент. Клиент.
назвали его клиент, подключили его к сети Deep. Да блин. Deep. Окей. Ну, видимо, даже не будем делать ему компорт, потому что нитка с него гад не работает. Надо что-то делать такое. Так. Что еще с ним надо? Ничего больше не надо. Запустили его. Вот, пока он там запускается, давайте мы перейдем на что? Перейдем на сервер, на роутер и настроим вторую сеть IP адр. Да блин. ETH2 10.222. Так, вот он тут запустился. Это не SRV, это клиент. IPA адрес ad dev etage 1 10.221/24. Ping 10.222. Ну, ап еще, конечно. Ап. Да что, нету, нету. IP link set dev. Ну хорошо, этаж 1 ап. Что я сделал не так? А, вот это я забыл сделать ап. Точно. IP link set dev etage 2 av. Вот теперь должно работать. Вот. Работает. Смотрите, даже если я сейчас скажу на клиенте IPR IP route add default via, что там у нас, 10.222, все равно у меня не будет работать пинг 10.1.1.1. Не должен. Почему не работает пинг 10.1.1.1? Смотрим на роутере. TCP dump минус и ETH 1. Не работает. А, надо еще сделать роутер, надо сделать роутером. Sysctl FV нет IPv4 IP forward вот равно 1. Да, значит, вот смотрите, SMP echo request уходит, а реплеи уже не приходят. Почему они не приходят? Они не приходят, потому что нам наш сервер не знает, кому отвечать эти реплеи. У него IP route-то нету. Вот. Давайте скажем TCP dump ему. ETH 1. О, даже нет. А, не отсюда. Во. Значит, на сервер реквесты приезжают, но он сервер не знает даже, как отвечать на них, на эти реквесты. Вот. Потому что он не знает, кому отвечать, в какую сеть бросать ответ. Значит, смотрите, тогда я вот этот момент пропущу. Очень жалко, но я его пропущу. Возможно, я его тогда вставлю в следующий раз или вставлю в описание лекции. Давайте сделаем NAT на роутере настоящий, хороший, годный. Хороший годный NAT на роутере мы умеем делать на самом деле. Он делается с помощью фаервола. Мы можем сказать iptables минус tnat минус a postrouting. Postrouting минус, что там у нас, o etage 1
минус snat минус минус to source source. И это у нас будет 10.1.1.2. 10.1.1.2. Значит, что мы сейчас сказали? Мы сказали, что на наших интерфейсах, мы сказали нашему фаерволу, что на наших двух интерфейсах при выходе пакета через интерфейс ETH1, уже после того, как принято решение маршрутизации, преобразовывать все адреса, которые у нас были, в адрес 10.2.2.1. То есть, какой бы клиент не выходил у нас за пределы нашего роутера, его трафик будет превращен в... Не работает. Так, давайте еще раз. Что через за что мы делаем? У нас внешняя сеть 10.1.1.2, значит, source 10.1.1.2. Ну, только add. Так, iptables save. Вот правило. Если у нас что-то уходит через интерфейс ETH1, оно превращается в адрес 10.1.1.2. Пробуем еще раз. Работает. Как теперь работает пинг с клиента под названием 10.2.2.1 на сервер под названием 10.1.1.1? Давайте попробуем спидампом. Dump минус и ETH1. Клиент 10.1.1.1 думает, что его пингает клиент 10.1.1.2 в соответствии с правилом подмены сетевых адресов, которые мы здесь оставили. Окей, но если я, времени у нас нету, сделаю еще один клиент с адресом, допустим, 10.2.2.100. Как будет работать это правило, если у нас какой бы клиент ни приходил, все адреса будут превращаться в 10.1.1.2? Как наш SRV будет отличать, вот здесь он отвечает 10.1.1.2, который в действительности является 10.2.2.2, или он здесь отвечает 10.1.1.2, который в действительности является 10.2.2.100? Правильный ответ, если мы делаем NAT вида много в один, ну или там несколько в несколько, но с неравным несколько, то нам придется запоминать идентификатор нашего потока данных. Что служит идентификатором потока данных? Давайте попробуем увидеть это. Нет. Ой, это очень старое, господи. Ну вот. Да, вот это уже совсем плохо. Забыл поставить контрек. Какая обида. Я раньше думал, что это где-то в ядре доступно, но что-то вот, видите, не нашел спроста. Братцы, смотрите, давайте сделаем вот что. Поскольку я публично облажался, мы тогда этот сеанс публичного облажания на сегодня завершаем. Вот. Я... В следующий раз тогда продолжим наш транспортный уровень с этим самым, с, собственно, НАТом. Вот. А сегодня, чтобы не тратить мое и ваше время в прямом эфире, давайте мы с этим и закончим. И, может быть, это правильно в будущих лекциях, которые мы будем устраивать, если мы будем их устраивать на эту тему, мы тогда просто разделим транспортный уровень отдельно на TCP и Sliding Window и отдельно на NAT. Еще раз прошу прощения у всех здесь присутствующих. Ну, давайте посмотрим. Окей, спасибо. Давайте-ка я это самое, чтобы не окончательно не позориться, раз уж я поставил контракт, давайте мы хоть посмотрим, о чем это речь, о чем идет речь, а в следующий раз перезапустим. Спасибо большое, Руро. Итак. Возвращаясь к нашей лекции, еще раз вот эти прошу прощения за то, что у меня происходило. В чем фишка
работы трансляции сетевых адресов вида много в один. Если мы, например, устанавливаем TCP-соединение между клиентом и сервером, то нужно где-то держать информацию о том, что это за сеанс такой, внутри какого сеанса мы меняем адрес один на другой. Утилита Contract позволяет нам показать, сколько у нас в данный момент соединений, для которых нужно вот эту подмену сетевого адреса делать на основании полного идентификатора сеанса. Полный идентификатор сеанса, обратите внимание, состоит из адреса отправителя, адреса получателя, порта отправителя, порта получателя. И во что мы это превращаем? А превращаем мы это в адрес отправителя 10.1.1.1, а адрес получателя, или наоборот. Вот. Да. Мы подменяем. А, нет, это в обратную сторону. Вот. Обратите внимание, что здесь где-то в этом месте начинает фигурировать адрес 10.1.1.2. То есть мы подменяем адрес 10.2.2.1 на адрес 10.1.1.2. Именно отсюда у нас сервер и получает эти самые реквесты, реплаи, да, 10.1.1.2. То есть для того, чтобы осуществить трансляцию сетевых адресов, недостаточно знать только адрес отправителя, адрес получателя, под получателя. Нужно весь этот сеанс, недостаточно знать только адрес отправителя, нужно весь этот сеанс засунуть в вот такую таблицу и эту таблицу обновлять в онлайне. Вот. Еще раз прошу прощения за все произошедшее безобразие. Сейчас мы с вами тогда расстаемся до следующего раза. В следующий раз мы с этого начнем. Вот. Ужас какой. Хорошо? Давайте, потому что народу уже надоело. Время уже прошло 20 минут. В общем, вот. Все, значит, я постараюсь тогда убрать из сегодняшнего плана ту часть, которая у нас не получилась, дописать немножко алгоритм Sliding Window, а в следующий раз мы начинаем с NAT. Да, значит, тогда, видимо, всем всего доброго. Мы с вами встречаемся в следующий раз по этой теме, понятное дело, в четверг, а по теме ближайший, видимо, во вторник про архитектуру. Ну, на чем, собственно, всего доброго и до новых встреч. Надеюсь, в следующий раз нам больше повезет со всеми этими безобразиями.